Всем привет! Сегодня высаживаю пророщенные семена в почву. Значит, в этой баклажке у меня бутилированная вода и кислотность 7,1, где-то 7. Это очень много, я хочу сделать 5,8 на первое время. Капаю немножко понизителя кислотности. Я думаю, две капли будет достаточно. И размешиваю. 5,8, но пусть будет 6,1, меня тоже устроит. Сейчас немного пролью почву, потому что она чересчур сухая, и нужно высаживать семечку, более-менее влажную. И второй горшок. Все более-менее влажное, и делаю здесь вот такую неглубокую лунку, куда буду высаживать семечку. Ну, и здесь... То же самое. Делаю такую же лунку. Лунки немного засыплю и Great White. Ну или много. Злобиться не буду, короче. Также и сюда. Сюда невозможно контролировать. Открою салфетку и посмотрю, что с моими семенами. Ой-ой-ой, вот это корешки. Значит, слева у меня Ранс, а справа Брюс Баннер. Так вот они у меня уже все в микорезе. Или в почти все. И засыплю щедро. Первым высаживаю Ранс. Он будет у меня в правом горшке. Вот так аккуратно кладу, чтобы не повредить корень. И как я обычно это делаю, вот так вот прижимаю. Не хочется всегда повредить корень. И чуть-чуть сверху присыпаю землей буквально миллиметр. Вот так вот. И теперь посажу Брюс Баннер. Точно так же сажу в лунку аккуратно, чтобы не повредить корешок. И капельку присыпаю сверху. Буквально Миллиметр. Теперь просто ждем.